Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу попросить у вас о помощи, о поддержке. Пожалуйста, не проходите мимо. Помогите, пожалуйста, кто чем может. У меня очень сложная жизненная ситуация. Я буду очень благодарен вам, если вы поможете. Приятного вам просмотра. Приветствуем всех любителей футбола. Прямо со стадиона для вас работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Сегодняшняя игра будет жаркой во всех смыслах. Сегодня ЦСКА встречается с Териком. Футбольный клуб «Терек» уникален тем, что в нем однажды работал тренер, чья фамилия совпадала с названием города. Да, ты абсолютно прав, и ты говоришь о Вячеславе Грозном. Но он запомнился, конечно, практически всем, как он умело после матчей танцевал лезгинку. Забирает мяч голкипер. Вернблум. Алан Загоев. И в зону атаки мяч переходит. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Фернандес. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Отобран мяч. Надо возвращаться. Натхо. Атака остановлена, но кто получит мяч? Ну, может быть, подать пора? Отличное оборонительное действие. Александр Головин. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Алан Загоев. Фернандес. Армейцы в атаке. Шикарный момент! Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. И совершенно не обязательно, как мы видим, бить изо всей силы. Действительно, главное сохранять хладнокровие и рассудительность. В итоге мы это и увидели в этом моменте. Команды разыграли мяч в центре поля, и ЦСКА ведет в этом матче. Радолфо. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Посмотрим за этой атакой. И разрезающий пас на ход. Терек пробьет угловой. Давайте еще раз посмотрим, как был забит мяч, который вывел команду вперед. Исключительной точности получается удар, мяч вонзается в девятину. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Уциев. Это может быть опасно. По флангу развивалась атака, но успешно защитник играет. Алан Загоев.
не спеша перекатывает мяч на своей половине поля, выигрывающая сторона. Хорошо было бы, если бы мяч у них сейчас отняли и заставили побегать. Здесь защита справляется, мяч отобран. Алан Дзагоев. И вот потеря в центре поля. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. ЦСКА будет сбрасывать из-за боковой. Игнашевич. Биброснатхо. Оборона в таком, я бы сказал, пассивном режиме. Загоев! Мимо! Оборона тут сыграла просто здорово. Не дала время прицелиться и нанести точный удар. Родольфо. Уциев. Рефери фиксирует игру рукой и назначает штрафной. Опасный момент. Да, но все-таки умышленной игры рукой здесь, пожалуй, не было. Родольфо! Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Головин. Марио Фернандес. Алан Дзагоев. Биброснатхо. Тут может что-то получиться. Вернблум не дает добраться до мяча сопернику. Щенников. Дзагоев. И пробил. Это удар. Да, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Судья решил добавить 3 минуты. Хорошо укрыл мяч. Это может быть опасная атака. Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Биброснатхо. Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. У нас начался второй тайм, и после первого счет в пользу ЦСКА. Александр Головин. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Мяч перешел к другой команде. Пока неплохо. Марио Фернандес. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше?
Родольфо. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. И это должен быть гол! Поторопился игрок с рывком. Вне игры, фиксирует арбитр. Они по-прежнему уступают в счете. Возможно, свежий игрок принесет им удачу. Родольфо. Может получиться интересная атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Какой-то, знаете, между собойчик. Головин. Фернандес. Алан Загоев. Пошли последние полчаса игры. Родольфо. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Прекрасный пас на ход. Какой удар! С этого углового можно укрепить преимущество. Тактическая замена от одного из тренеров. В усилении их игра сейчас явно не нуждается. И прямо в центр штрафной. Голкипер отбивает мяч. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Родольфо. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Замена. Интересно, перестроится ли как-то команда после нее. Олег Иванов. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Навес на и мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Основное время истекает через 20 минут. Головин. Армейцы в атаке. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Друзья, мы что, будем смотреть передачу назад? Александр Головин. Атакующая комбинация ЦСКА. Марио Фернандес. Отобран мяч, надо возвращаться. И вперед он идет. Увидел открывание впереди, делает передачу. Вратарь ждал этого мяча. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Всего один гол разделяет команды, и ЦСКА постарается увеличить отрыв от соперника. Это может быть опасная атака. Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга. Отличный удар. Момент для удара. Великолепный гол. Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. Очевидно, что команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы видим игру в одни ворота. Футболисты явно поймали кураж.
У нас есть возможность посмотреть на этот гол с другого ракурса. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Олег Иванов. Вернблум. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. И в зону атаки мяч переходит. Тут защита справляется с потерей мяча. Удар! Игра рукой, арбитр останавливает встречу. Как вы можете слышать, трибуны по достоинству оценивают игрока, который покидает поле. Думаю, мы с тобой тоже должны признать, что он был одним из лучших в сегодняшнем матче, если не абсолютно лучшим. Три минуты добавлено к основному времени. Александр Головин. Андрей Семенов. Это может быть опасно. В этой атаке оборону пройти не удалось. Матч окончен. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Сыграл он здорово, забил очень важный гол, заслужил победу вместе с командой. Тут больше нечего добавить.